Охрана труда – это то, с чего начинается жизнедеятельность любого предприятия. В этом деле на помощь руководителям приходят обучающие семинары и информационные программы, которые ежегодно совершенствуются. Они – своеобразная азбука охраны труда каждой организации, направленная в первую очередь на сохранение жизни и здоровья работника. Большое внимание и поддержку в этом вопросе оказывает и государство. 2015 год он был, нельзя сказать, что успешным с точки зрения травматизма, но необходимо отметить такие цифры, что несмотря на сложности в экономике, наши промышленные предприятия, производства, да и учреждения образования в прошлом году на охрану труда отправили порядка 460 миллиардов рублей. Из них порядка 170 миллиардов это было направлено на именно непосредственно на мероприятия по охране труда, а остальные средства были направлены на модернизацию оборудования с целью сохранения охраны труда, обеспечения охраны труда. Промышленная безопасность занимает одну из ключевых позиций в системе охраны труда на предприятии. В основном мобильные группы Брестского горисполкома обнаруживают недоработки, нарушения в бумажном вопросе, то есть в неправильном оформлении документов. В плане технической эксплуатации устройств нарушений практически нет. Доказательство тому – снижение числа случаев производственного травматизма по Брестской области. К примеру, в прошлом году травм со смертельным исходом было на 27% меньше, чем в позапрошлом. Это говорит о том, что работа по анализу причин и совершенствованию мер по недопущению увечий среди работников проходит успешно. Общий производственный травматизм к прошлому году, если в 2014 было году 327 всех, ну и легких случаев имеется в виду в первую очередь, и с тяжелым исходом, то в этом году 255. То есть здесь заметно то, что результаты труда и местных органов власти, и нанимателей, и тех же инженеров по охране труда, которые сегодня приехали на этот семинар, все это имеет их вес и значение. В рамках семинара состоялась торжественная церемония награждения дипломами руководителей предприятий-победителей областного смотра конкурса на лучшую организацию работы по охране труда за 2015 год. Почетное первое место заняла Брестская городская поликлиника номер 2. Самое главное, чтобы каждый работающий на своем рабочем месте чувствовал себя комфортно. Огромное внимание уделяется охране труда. Это в первую очередь безопасность на рабочем месте, где есть вредные условия. Это обеспечение наших сотрудников спецодежды, а в здравоохранении это особенно, чтобы она была не только безопасная, но и комфортная и эстетически красивая. Охрана труда – это повседневная работа сотрудников всех звеньев того или иного предприятия, начиная от руководителя, заканчивая рядовым работником. Только путем выявления и устранения замечаний недостатков общая картина в системе охраны труда станет по-настоящему благоприятной и позволит обезопасить каждого работника от непредвиденных ситуаций на производственной ниве.